Aduce felicitări întreg poporul moldav care s-a folosit în deplină măsură de acele rezultate a Revoluției și ce a urmat când a fost construită Uniunea Sovietică, statul socialist. Și al doilea eveniment astăzi este ziua Sovietskoi miliții. И я поздравляю всех тех, которые носили погоны советских милиционеров, и поздравляю их и заявляю, что как бывший министр внутренних дел Молдавской ССР, что советская милиция по-настоящему защищала права и интересы людей, а не то, что мы сегодня наблюдаем. С днем милиции, дорогие друзья, коллеги!